Солнце отражается в чистых водах, а небо в чистом сердце. Я Евгений Кузин, и я вернулся. Привет, друзья! Сегодня у нас вторая неделя эксперимента подтягиваний, скажу так. Вот я тут записывал такую штуку себе, помечал, сколько дней. То есть в первую неделю я, по каким числам, у меня получилось 4 занятия. Вот, потому что... Ну, мы ездили бушкрафтить, там видео до этого, предыдущее видео было, как мы туда ездили. Поэтому процесс тренировок чуть-чуть подсбился, режим чуть-чуть был нарушен. Но, тем не менее, сегодня у нас вторая неделя. Так, и уже первое я говорил, был первый по 5 подходов, 6, 5, 5, 4, 3. Теперь у нас первый 7, 6, 5 и 2 по 4. И уже в последние 2 дня я стал делать так, что стал менять хват. Делать обратный хват уже 2 последних подхода на бицепс. Потому что я заметил, что трицепсы стали, кстати, прибавляться. Вот, даже за это вот время. Блин, жарко. Сегодня тут жара чуть-чуть спала. Вот. Сейчас я попробую посмотреть, что, как изменился мой вес. Тогда я говорил, было 76 кг. Сейчас он стал 70, ну там плохо видно, 78, вот, но это в принципе нормально, я не знаю почему, я ничего не ел, ну то есть я ничего не менял, ну в общем сейчас я буду, посмотрим, сейчас я должен 7, 7, 6, 6, в общем сейчас посмотрим, попробуем. Я не знаю, смогу я вообще 7 раз подтянуть сейчас или нет. Так, 7 раз. Не знаю, видать там нет, я куда-то установил. Фу! Заметьте, делаю полностью с полной амплитудой. То есть вниз до конца, чтобы с разворотом все шло не так вот, как напрягаю. Я чисто на подтягивание. 7 раз делал, не знаю, сюда до конца захожу, но руки насколько сгибаются, настолько делаю все с полной. 7. Фу, тяжело. Так, второй подход на 6 раз. Отдыхаю, кстати, где-то... 3, где-то 3 минуты, 3-4, ну пока попью и все, чтобы долго не застаиваться. Ой, блин, тяжело. Последний делаю, ноги поднимаю вместе с уголком. Заодно и пресс, и чуть-чуть больше напряжения идет. Делаю без рывков, как у нас там в школе один Чапа был. Он херачил это. Вот так вот, как сосиска, там по 25 раз, по 20 подтягивается, как сопля вот такая вот. Фух, Чап, привет. А, еще хотел сказать, сейчас 3-й, 5 будет, его снимать не буду. И сниму последний. Ну, то есть сейчас 3-й, 5 раз таким же хватом, потом 4-й обратным, чтобы больше бицепс заделывать. И 5-й подход сниму потом. Фу, короче, сейчас последний подход буду делать. 4-й обратным хватом сейчас делал, вернее, 5-й подход. 4-й сейчас делал обратным. Вообще тяжело, я не знаю почему. Потому что я мешок с дерьмом. И в конце еле-еле опускаемся с уголком. Фух. Фух.
Отработал. Вот мой вид. Я, в принципе, не толстый нигде. Ну и никаких мышц у меня тоже нет. Это я для того, чтобы легче было бушкрафтить. Ладно, пойду мыться, а то за мной уже приедут. Ехать мне надо по работе. Все, ребят. Вот. Напоследок вам покажу. Арик лежит за мной, наблюдает. Да, Ари, сегодня Спартак АЕК должен надрать. Фу. Ну, в общем, все, ребят. Пока. Фу, до третьей недели. Счастливо.